С вас пример должны брать, это древнейшее государство. Урарту мы в школах, изучая историю древнего мира, узнавали об этом, что вы одно из первейших древних государств. Но географически не повезло. На пути всех нашествий оказалась свободолюбивая Армения. Если бы вы были там, где Финляндия, значит, была бы хорошая история у вас. Никто бы не нападал. А так варвары со всех сторон шли против вас. И вам приходилось быть в осаде. То же самое и Россия. У нас с вами одна судьба, одна цель. Это добиться, чтобы Армения всегда существовала. И добиться, чтобы Россия всегда могла помочь. Мы никому не навязываемся. Но вы прекрасно понимаете, что то место, в котором находится Армения, это то же самое Сирия.